сработал вентилятор. Температура масла. Показывает температура. Так, теперь нагрузку даем. Давай. Что-то мне подсказывает, если были проблемы с давлением масла, вот я ее минут 40 грел, тут все остальное, до включения вентиляторов, то уже бы было что-то. Точно ли масленка загорается? Вот в чем дело. Потому что там ошибки по бедной смеси и по богатой смеси. Там непонятные ошибки. Я еще потом разберусь. А так она работает, блин. Если давление, что-то с давлением масла при прогретом было, ну, масле, она бы или тарахтела, тарабанила, или еще что-то. Ну, куда нагрузку больше? Ну, я еще буду наблюдать. Хорошая подборочка. Так, а ну давайте, знатоки, какое нормальное потребление тока покоя в автомобиле? Тут сейчас 580, да, миллиампер получается. Ну, первый раз я такое вижу, что я достаю предохранитель, и у меня ток покоя не уменьшается, а увеличивается. Ставим на место. Уменьшился. Рассказывайте, специалисты, в чем проблема. Вот это уже идеальные показания для такого вот автомобиля. Думал сначала центральный замок, но у нас тут вакуумный насос. Потому что у нас тот предохранитель, который я достаю, он на ЦЗ идет, на центральный замок. И на плафон освещение, но нашел на плафоне освещение. Кто-то здесь тут запитал вот так вот антенну. Я его рассоединил. И ток утечки у нас стал сразу. Прям идеалошный. Ой, а 0,8 было. Это что такое? 0,81 было. Давайте постоим, посмотрим. У меня есть куча 18650 аккумуляторов, но пайка на них. Это еще то занятие. И вот, чтобы они не пропадали зря, как говорится, я взял в НИРСе контактную сварочку на аккумуляторах. Сделано все так классно. Мне нравится качество исполнения против НИРСе. Блин, вообще, это уже шагает на новый уровень. В комплекте запасные жало. Даже никелевую эту дали. Ленточку. Да. Настройки тут у нас. Пульсы. И этот. И время. И срабатывание. И все остальное. Зарядка аккумулятора. Короче, надо пользоваться. Надо учиться. Не только аккумуляторы паять, но можно еще и провода попробовать как-то сваривать. Вот такая вот штука. Вот это люфтяра. Она постояла 15 минут на давлении. Заглохла, блин. Не хватило жидкости. Но дымит она знатно. Запустил я ее на своем бензине. Даже Кузьмича вытравил, блин. Расход сейчас 20 на 100. Еще один момент мне не нравится. Уже температура масла дернулась, а температура двигателя стоит на месте. Я замеряю давление масла.
И вот он уже горячий. Давление было сначала 4,5 на холостых, сейчас опускается. Меряем дальше. Я так понимаю, опрос после 2000 на датчик. Датчик у нас приделал 1,2-1,6. Меньше 1,2, по идее, должно загораться давление масла. Ну вот у нас температура охлаждающей жидкости 73,5. А здесь у нас только-только пошла вон стрелка. Непорядок. Масло нагрелось быстрее, получается. Оторвалась стрелка. Быстрее, чем температура. Почему так греется масло? Мне нравится, приборка же у нас показывает температуру масла, да? Я сейчас датчик замкнул на массу давления. Он у нас не показывает. Но в измеряемых величинах я не могу посмотреть температуру масла. Хотя у нас датчик уровня и температуры в поддоне присутствует. Получается, это аналоговый у нас прибор. Не связан никак с диагностикой. Я вот искал. Приборка 89. Температура охлаждающей жидкости померила. А на самом деле ИБУ видит 93. Я тут по каналам мотаюсь. Какой поддержит, какой не поддерживает. Смотрю. Ну, давление у нас 1,6. К 1,5 стремится. Ну правильно, машина греется. Сейчас посмотрим на 2000 оборотов давления. А давайте сразу посмотрим. Нет, мне нужны обороты еще. Я в приборке сейчас найду обороты. И тогда уже посмотрим с оборотами. Ну, 1,6. Да я уже во флисе, блин, утром холодно. Осень. Давай, ё-моё, сколько каналов. Кстати, я помыл уже форсунки, результата практически не дало. Отвезли на стенд, приговорили тут две форсунки по-хорошему, но пока поставили так. Я прокатился, расход упал, но не прям значительно. Ладно, пока он каналы будет искать, я легче читать найду. Так, вот обороты. Обороты и давление наблюдаем. Мне надо 2000. Давление мое почтение. Вот в двигателе у нас электроники двигателя 93, а там 83 в приборке. Ну ладно, давление у нас 1,5. Я думал, включился вентилятор, блин. Какой звук. Ну, до 1,4 аж. Ну, сейчас 1,5. Пока норма. Ну, если были проблемы с давлением масла, но они не были такие плавающие, как здесь. Датчик хеловский. Хелла. Вроде новый. Я менял. Поменял разъем. А все равно у меня вчера, блин, 2 или 3 раза загоралось давление масла. И причем так, допустим, трогаешься, выше 2000 набираешь. Потом на сбросе, получается, на переключении у меня загорался зуммер ненадолго, и все. Ну, там 2 секунды попищал, и все, и пропало. Мотор при этом не тарабанит, ничего, все отлично. Все классно, все замечательно. Давление он 1,5 удержит. И сейчас уже все, мы прогреты так, что термостат у нас включился.
Ай-яй-яй, сейчас я долезу. Термостат у нас включился. Тут у нас горячего. Жду включения вентилятора. Тут норма, масло норма. Тут у нас 99 охлаждайка. Вентилятор второй электрический включился. И давление у нас 1,4, 1,3. 1,3. Главное, на машине я катаюсь уже практически неделю, и за неделю только 2 раза или 3 раза у меня загорелась масленка. И вот как тестировать такие неполадки, если у меня по давлению все норма? Вот, норма. Она уже прогрета, 2 раза вентилятор включался, все отлично, блин. Провала в давлении нет, не падает оно давление. Если бы оно скакануло, допустим, ниже единицы, тогда бы зарегистрировал датчик, ну как у меня было, допустим, на приборке такое ощущение, что он провал давления, а потом раз, и давление нормализовалось. Но нету такого на механическом манометре. Как это диагностировать? И мотор не тарабанит, когда загорается лейка. Вот, казалось бы, да, все просто. Но нет. Да, вот так вот бывает. Ну и ищу. Хочу разобраться наконец-то, потому что машина ездит постоянно, машина нужна, а тут я теперь на ней катаюсь. Да, такая диагностика у меня получается, беру клиентскую машину, катаюсь. Горячо, блин, ну нету, ну как ее поймать, Ну блин, давление как в книжке.
электрическом коврике, потому что оп, и уже работает. И, наверное, еще в очках. Еще мы штатную, которая пришла, ленточка возьмем. У меня есть вот аккумуляторы, которые, ну, не такая большая емкость у них, но все же я хочу попробовать, как это контактная сварка, что это такое, с чем его едят, а как это делать, блин, третьей руки не хватает. Сейчас она распутается, а мы вот так сейчас один контакт. Да ё-моё, круто, да? Да, нарезал две полоски, только соединил, можно выматывать удобненько. Нарезал две полосочки и давайте попробуем, как это, блин, будет. Один контакт. Им придавим. Ай-яй-яй, второй. Нормально. Ага, отвалилось. Надо в настройках. Так, 0,2 миллисекунды, да, это, ага, пульс. Что тут у нас еще? Пульс 0,2 миллисекунды. Давайте пробовать. Нет, не пробило. Так, играемся с настройками. Это называется, как говорится, считай инструкцию. Сначала я тут делал, мучился, не понимал, не работает режимы, блин, читал, какие где режимы. Все казалось просто. Вот у меня сейчас выбран 0,2, 0,8, 0,2 и один импульс. И главное, не прижимать сильно контакты. А я, блин, с дуру прижимал, как будто хотел, не знаю, что получить из этого. Так, как бы вам показать это красиво? Давайте вот так вот. Вот. И по 4 точки не отрывает даже. Главное сильно не прижимать. Раз. Два. Раз. Два. Все, провар капитальный. Мне прям нравится. Во. А я, блин, надавливал хорошо на щупы. Оно не проваривало. Делаем дальше. Во. Ну, блин, замечательно же. Так, тут у нас... Еще эти остались. Старые ленты убрали, поставили. Вот. Есть плюсы, собрали. Теперь минус, надо ленту новую, потому что я эту изуродовал, пробовал. Ее уже не хватит. И я много видео видел, допустим, пока смотрел обзор, что все жалуются, да не варит оно, не варит, настройки надо, там настройки. Главное, настройки ладно, да, это можно все понабирать. Главное сильно не прижимать, и оно будет работать. А если мы, вот я вам сейчас покажу даже. Допустим, захотим приварить сюда ленту, да? Возьмем один шуб,
второй шуб, один, вот так, в два куска, да? Но сильно надавим, то оно не приварится. А если мы возьмем аккуратно, легонечко, то оно все приварило. Вот. Всего-то навсего, Семен Семенович, оторвать. О, ну, с дырками оторвал. Сварка работает. Поэтому еще надо уметь пользоваться аппаратом. Расход сама минимальная, что мне добилось. Удалось добиться, как говорится, 19,7. Так, у нас 19,7. А где моментальный расход? Нету. Короче, 19,7. Был 23. Начинался с 23. Сейчас я поменяю лямбду первую. Потому что он на нее ругается. Вот у нас постоянные ошибки. Адаптация смеси. Ряд 1 зонд, 1 слишком низкое напряжение. Адаптация смеси. Сбрасываем. И сейчас посмотрим, что у нас там будет по расходу. Надо будет прокатиться, посмотреть. Так, у нас расход 19,7. Блин, почему? У меня вчера мгновенный показывало. Было 5-6 литров на 100 километров. На какие 100 километров? Не на 100 километров, а на литр, типа, в час. А, у нас и есть тут. Но это литр на 100 километров. А то был литр в час, типа. На холостых он потреблял от 5 до 6 литров, типа, на час. Это очень много. По итогу датчик давления поменен, давление все нормально, все классно. Скорее всего, бракованные датчики, даже два. Один умер штатный, полезло через него масло, второй мы заказывали. Да, и лямбду поменял первую, расход теперь, блин, нормальный, а не 24-28 на 100. Ну и моя фирменная вонючка, пахучка. Меняю тут масло. И каждый раз, когда меняю масло на таких моторах, меняю пробку. Откручиваю. Хотел всегда задать вопрос тому, кто это мазал. Кто ты, воин? Вот зачем это? Резьба нормальная. Зачем мазать пробку герметиком? Интересно, он все мажет герметиком, нет? А еще с торсом слил. Даже не слил. Вообще масла нет. Все говорят, ВАК говно, Кватро, да? Говно, Ауди, блин. Он без масла в этом, в Торстоне ездит, и нормально. А ваш бы автомобиль не поехал бы. Вот как назвать таких людей? Пишите в комментарии ваши варианты. Менялись тут свечи когда-то. Видно, Торкс, Торкс, Торкс. Торкс. А было? Шестигранник, Ешка. Не делайте так, пожалуйста. Мне тут такую штуку подарили. Давно хотел. Обалдеть. О! Гидравлическая обжимка. С разными пресс-шайбами. Или пресс-формами, как сказать. Короче, вещь нужная очень. Осталось теперь купить эти клеммы, гильзы обжимные. И можно высоковольтные, ну не высоковольтные, а большие толстые провода обжимать. Во, спасибо.
Рубрика «Эксперименты». Так, это я уже спаял тут. Сварил. Во, сварка, не пайка. Бум-бум-бум-бум-бум. Ну, мне интересно, вот у меня есть медные две пластины. Это у нас с предохранителей. И вот толщину я их не знаю. Я хочу их вместе медь сварить. Неа. 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 Давайте поиграемся с настройками. Сейчас мы сделаем вот так. Вот так. Пульс. Давайте сделаем максимально. Это оставим и сделаем 4. Не, медную, конечно, мы не сварим. Не хочет. Ну, в принципе, она потолще, чем никелевая. А эту двойную, так, в 2 слоя. Вау! Это я много сделал. Насквозь. Всех приветствую. В связи с последними событиями YouTube то работает, то не работает. Ну, у знающих людей он всегда работает. Поэтому с YouTube не ухожу. Как выкладывал видео, так и буду выкладывать. А еще я есть в ВК, будут ссылочки в описании. В Телеграме, практически в Телеграме каждый день. А в Рутубе еще канал восстановим, поэтому все ссылочки в описании. Переходим, подписываемся, кому как удобно, где удобно, смотрим. Пока мать ушла, рубрика «Котятки». Они уже здоровые, блин. Они уже глаза пооткрывали. Все самцы. Ой, ты кричишь ты, да. Они уже у меня скоро вылазить будут. Бля, какие. Ну, какие красавчики. Кому котятки нужны, заказывайте. Надо вот блох все-таки купить. Я не купил. Надо мамку потравить блох, чтобы на котятках не было. Ну, какие они. Здоровые. Да скоро вылазить будут и будут по цеху бегать. Короче, рыбный у нас только Кузьмич. Кузьмич за рыбку спасибо передает. Да, давно такого не было. А4, B8. Ну то, что тут помпа течет, поддон течет по стыку, это херня. Больше никак не скажешь. Но есть проблемки с рулевым управлением. Во-первых, это у нас крестовина тут вышла из чата. Это одно. Ну, вон она даже ржавая. Но вот такого я давно не видел. С этой стороны то же самое. Вот. Давно такого не встречал, да. Ну, бывает. Мария Маршруткина тут греется. На солнышке, да? На коврике прилегла. Не на землю легла, а на коврик. Умная. Короче, я переселил котяток. И они теперь у нас живут в будке. А вон они красивые. Ну так, такой домик у них. Мне вот нравится бесстрашный воин, реально бесстрашный. Я тут воздушным пистолетом работаю. Там компрессор гудит. Ему по барабану, он спит. Мы тут окуней я купил 2, астронотусы называются. Они у нас хищники. Короче, они уже за мелкими рыбами гоняются, пробуют их поймать. А
А мы стоим, наблюдаем за этим. Короче, у нас теперь два хищника есть в аквариуме. На виду тут порядок. Я тут его немножко восстановил. Будем наблюдать.